Павел, иди ко мне. Куда ж ты идешь, Павел? Я здесь. Здравствуй. Здравствуй. Как живешь? Ничего. Идеал ты не нашел? Да нет. Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала. Про голую бабу, что ли? Ну? Помню. Так вот ты не верь. Это не смерть была. Это любовь по земле ходит. Как это? Не понимаю. Любовь ходит по земле. А чего она ходит-то? Чтобы люди знали ее, чтобы не забывали. Она что, тоже голая, да? Она красивая-красивая. Хоть бы разочек увидеть ее. Увидишь. Она придет к тебе. А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Ведь нельзя? Нельзя. А говорили, что можно. Упрощали, значит? Прощал немножко. А зачем же? Будешь ждать, что найдется кто-нибудь, научит. А он возьмет и не найдется. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю? Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь, это, брат, тоже школа. Только лучше. И опять же, если я буду сидеть и ждать, то... Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать, Павел. Вот я и ищу. Но я же хочу идеал. Братцы! А? Что еще, па? Няня! Что такое? А? В чем дело? Что с вами такое? А мне показалось, ты помер. Господи. Первая ночь спокойно уснул. Надо же. Эх, одинек сегодня в порядке. Значит, будем жить.